Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Владислава Третьяка в студенческом поселке Усть-Кинельский ждали с самого утра. В Самарскую область легендарный голкипер приезжает каждый год открывать турнир, названный в честь него. А вот любительский кубок легенд посещает впервые. Третьяк уровнем провинциальных команд остался доволен. Когда они выходят за свое село, за свой город, выходят за школу, ну и кто за сборную, они становятся патриотом именно вот, когда выходят за свою честь играть на спортивных, ну, на всех соревнованиях. Поэтому сегодня очень важно, чтобы и правительство, и государство, и вы знаете, и президент наш сегодня все делал для того, чтобы создать условия для молодых людей, чтобы они занимались спортом. Кубок легенд разыгрывается в четвертый раз. За трофей в этом году сражались «Монолит» из Пестравского района, «Спортград» из Отрадного, «Сергиевск» и местная команда «Кинель-Агро». Этот турнир, он, как вам сказать, такой, ну, скажем, больше для развития, для популяризации хоккея. То есть вот пришли люди, пришел народ, это смотрит, приехал такой гость. То есть команды, можно так сказать, команды-друзья из соседних районов. Усть-Кинельский, хозяева турнира. И хочу сказать, мы в том году также с ними играли в финале, да, уступив, конечно, им немножко, там, две шайбы, насколько я помню. Но ничего, было очень приятно, это довольно-таки дружеская команда, мы с ними их давно знаем, поэтому никаких у нас амбиций и так далее нет. Чисто хоккей и чисто такие дружеские отношения. В финале, как и прошлой зимой, встретились «Кинель-Агро» и «Спортград». Кубок легенды остался у местной команды, они победили со счетом 4-1. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.